В этом году традиционная встреча лучших умов курорта по случаю Дня российской науки проходила в отеле «Азимут». Напомню, на прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что эта гостиница передана Всероссийскому детскому спортивно-оздоровительному центру. Здесь будет создан российский аналог так называемой «Силиконовой долины». Молодежь страны получит возможность добиваться успехов не только в спорте, но и в науке. Возможности нашего нового международного олимпийского университета, они дают возможность развивать научный потенциал нашим ученым, применять свои проекты, применять свои разработки, внедрять их в производство. Как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что мы сегодня получили олимпийский старт, но впереди еще много работы, и надо быстрее, выше, сильнее. Выступая, привел один пример. Вы знаете, самый тяжелый труд тут любой ценен. Любой труд ценен. Но когда человек пытается что-то изобрести или что-то сделать, когда он думает над этим, он двигает вперед все. Представьте сочинение «Свободную тему», когда вы что-то пишете. Вы же начинаете вспоминать и думать. А это очень важно. Сила в знаниях. В муниципалитете также надеются, что благодаря научному сообществу и инновационным разработкам курорту удастся решить актуальные проблемы. В частности, остановить размывание пляжной полосы, которая год от года становится все меньше. Необходимо также найти способ удешевить утилизацию бытовых отходов и предотвратить гибель растений в реликтовой тисо-самшитовой роще. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.